Всем привет, с вами Реборн. Вчера в сети появился второй трейлер фильма «Джуманджи 2. Новый уровень». Я почему-то пропустил премьеру трейлера, поэтому записываю реакцию только сегодня. Но давайте трейлер посмотрим и, как обычно, в конце его обсудим. Поехали смотреть. Сразу у нас встречает пустынька. Ну-ка. Все, что в глаз попал. И не только в глаз. Там, где джунгли? Это что-то новенькое? Почему никто не сказал нам, что все изменится? Здесь что-то не так. Блин, я ждал, сейчас на него как упадет. Спускают! Деда Эдди? Привет! А вы не знаете, где Спенсер? Это же... Похоже, он вернулся в игру. Надо его вытащить. Ты это слышал? Мы даже персонажа еще не выбрали! Мы что, во Флориде? Вот же черт. Стоп! Это не мое тело! Ничего себе, какой я гибкий! Как же приятно! Этого просто не может быть! Я вернулся, и все стало только хуже! Только глянь. Раз, два, три. Похоже, у нас проблема. Игра сломана! Слушайте внимательно, это очень опасное место. Отрастите глаза на затылке! Сейчас было. А это еще что такое? Пустыня, потом сразу какие-то Гималаи, блин. Я так не выглядел с тех пор, как... Никогда. Ты никогда так не выглядел. Кажется, у меня глаза другого цвета. Дорогуша, ты весь другого цвета. Эти ваши сильные и слабые стороны. Языки. Шикарно. Нунчаки, что-то новенькое. Класс, отличный список. Слабости. Жара, солнце, песок. Как этот парень вообще стал героем какой-то игры? Какое же здесь пекло! Мы должны найти Спенсера и... Охуенно! Ваши новые приключения еще опаснее. На этот раз не все смогут покинуть игру живыми. Что с лошадью? Вам не помешает помощь. И где же Беттани? Прямо перед вами. Говорит, божечки, я теперь кобыла. Ага, это Беттани. Привет. Да, фантазия, что с тобой? Да что ты говоришь? Я буквально в прошлом месяце пересдал на права. Опять. Бля. Новый уровень. Прошу прощения за мат, но это просто офигенно. Да, я вернулась. Как же скучала. О, божечки, привет, народ. Беттани. Ура, мы вернулись в Джуманджи. Что? Здесь они будут теперь и обмениваться телами. Короче, я уже первый трейлер вообще не помню. Но вот этот, это просто восхитительный трейлер. Я не помню, чтобы когда-то вообще я смеялся над трейлером так много. Офигеть, как много шуток. Мне они все прям очень заходят. Нравится, что в фильме теперь будет гораздо больше локаций. Потому что в первом фильме, по-моему, ну, точнее в первом, который вот недавно совсем выходил, не тот, который в 90-х годах. В первом фильме было, по-моему, не так много локаций. Здесь у нас и пустыня, и джунгли, и какие-то горы, и заснеженные горы, и что-то какие-то равнины, по-моему, еще были. Короче, очень много локаций, мне это прям дико заходит. Экшена будет, скорее всего, даже больше, чем в первой части. Юмора будет, скорее всего, больше даже, чем в первой части. К тому же, вот этот вот момент с перемещением из тела в тело, когда Беттани, по-моему, была лошадью, потом стала опять Джеком Блэком. Тоже забавно, интересно будет узнать, как они это сделали, как они это обыграли. Мне будет интересно посмотреть на то, как Скала будет изображать из себя старичка Дэнни Девита. Блин, как же это шикарно. Я обязательно пойду на этот фильм. Обязательно на него будет мое мнение на канале. Поэтому, если вы вдруг захотите узнать мое мнение, подписывайтесь на канал, оно обязательно будет. Ой, я теперь его жду прям очень сильно. Обожаю и приключения, и комедии. Шикарно. Короче, друзья, наверное, это пора заканчивать. Если вам видос понравился, не забывайте ставить под ним лайки. Не понравился, ставьте дизлайки. Кто же вам будет запрещать? Обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь первый раз. Оставляйте комментарии под видосом насчет трейлера, насчет моей шикарной реакции. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.